Это мы на пруду уже заканчиваем все. Дети приехали. Огораживаем. Место держит. Бойся. А там Полина. Давай, Володя, еще прибивай одну. А это мы на крышку на пруду. Ветер со всех сторон. Видите, какие волны идут. Поработала как надо. Марина, улыбка. Вот они уперлись, смотри, как они держат все кучи. Так, Володя, давай с ребятишками ставьте те столбы и жердь. Я тебе жердь перекинул туда. Да-да. Идите, помогайте ему. А здесь надо будет вот эту вот прибить к доске, она шатается. Понял, нет? Очень длинные. Сейчас я пойду, посмотрю. Опа! Вот как мы здесь сделали. Это у нас получилось на 9 досок. Тащи. Вот здесь под низом. А то, чтобы не сошлось вверху. Видите, какие. Метра Марина намерила. Я думаю, больше. Побросила это все туда, чтобы вода ушла. Вот. Для воды сделано все. И уходит в лоб. Вот они толкут. Деревенские дети все знают, вон, это Фрося. Сейчас все, тележки тут собирать будем. Под ногами толкушка. Вот сколько метров здесь? Володя говорит, ведер 300 только. Вот они копали, где мы. Вот оно все. Ноги сбиты, я в сапогах, шагать не могу даже. Марина приехала, взяла велосипед, он держал сильно. Мы ее послали, говорю, иди домой и привези на тележке с ребятишками. Остатки все увозить надо. Вот так и получилось. Вот они уже пришли. Какая красота, какие волны. Считай до горизонта. Вот эти березы.
так еще на две доски. То есть на 40 сантиметров можно поднять. Это очень много для этого озера.